Всем привет, с вами Жора, и сегодня я расскажу вам о своих жизненных ситуациях. Поехали! Жиза — это когда ты написал длинное сообщение, а потом оказывается, что оно на английском. Да ладно! Жиза — это когда ты спишь, и вдруг тебе кажется, что ты падаешь. Жиза — это когда ты открываешь холодильник каждые 5 минут с надеждой, что там появится что-нибудь вкусненькое. Жиза — это когда ты не записал домашку и спрашиваешь ее у одноклассников. Алло, привет, ты в курсе, что нам по математике задали? Ничего. Точно? Ничего, можешь не делать. А, ну хорошо, тогда все, давай, спасибо. Аветисов. Здесь. Домашнее задание показываем. Жиза — это когда ты не можешь что-то найти, а мама находит это с первого раза. Серьезно? Где мои джинсы? Они не могут быть в другом месте, тут их нету. Я их сюда клал, где они? Мам, где мои джинсы? В комоде. Тут их нету. Есть. Ну иди посмотри сама. Ага. А вот это что? Ты слепой или как? Вот. Ну а на этом все. Как только мы набираем на этом видео 100 лайков, я выпускаю вторую часть. Ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока.